Понимали, что в горячей войне мы Украину победим за 2 дня. Чего ее побеждать-то, господи, ну Украина, ну подавили эти огневые точки, вот мы рекламную паузу это обсуждали. Статью 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. И Украина поймет все. Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится, Володя, ну максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. Те, которые показывают социальные автоматами, их показывают. Произойдет то, чего все ожидают. Рано или поздно мы победим. Сейчас существует мнение, что в то время специальную военную операцию переименуют в контртеррористическую операцию. Кто-то говорит, что это будет даже отечественная война, но я считаю, что и этого недостаточно. Правильно это назвать священная война. Священная война. Существует такое древнерусское междометие «Гойда», означающее призыв к немедленному действию. Как же нам не хватает сейчас таких боевых кличей? «Гойда, братья и сестры! Гойда! Бойся, старый мир, лишенный истинной красоты, истинной веры, истинной мудрости, управляемой безумцами, извращенцами!» Сатанистами! Бойся! Мы идем! Гойда! Гойда! Ну что ж, а мы жертвы агрессии. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Продолжателями дела гигантов, титанов, воевать со всем миром. А КД России поступало иначе. Но для нас война – естественное состояние, а не мир. Для нас – людей. Да, многие думают, что мы стоим на коленях. А мы берцы перешагивали? Нет. Не только. Мы думали о себе, знаете, позже мыслители. И, наконец, мы поняли что-то про себя. И когда нам говорят, вот мы такие, да, мы такие. Да, мы народ-победитель. Да, мы народ-освободитель. Да, мы Петюхов. Да, мы установим добро силой своих кулаков. И да, так как русские никто не умеет побеждать. И так как русские никто не умеет принимать смерть. И да, умираю, но не сдаюсь, написано кровью только на русском языке. И да, у нас как последняя граната для тебя. И да, мы не боимся смерти, она все равно неизбежна. И смерть не страшна, страшно бесчестие. Да, мы победим, потому что наше дело право. И потому что с нами Бог. И за эти 300 дней мы увидели истинную цену окружающего мира.
том, что когда начиналась специальная военная операция, как выясняется, подготовка была разной. Мы туда заходили с определенными установками, считая, что в той же самой украинской армии есть нормальные люди, а есть нацисты, которые там присутствуют, но в неком ограниченном количестве. Специальная военная операция показала, что там нацисты все. Все, кто держит в руках автомат. Кто ударил по мосту по Крымскому? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска? Кто не подает воду в Донецк? Если не подача воды в миллионный город, это геноцид. Никто, нигде слова об этом не обмолвил. Вообще. Просто застомили уже были, везде были, взяли фактически, да? Они там развернутся и пришлют сюда какие-то войска, мы уже будем стоять у дома. Четко это понять. У нас нет другого варианта, как объявить войну Украине. Нам надо поставить четкие задачи. Нам надо просто освободить всю эту тему. Thank you.
наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Отлично, 2% дерьма. Чем Грузия, благодаря нам. Ну что делать, теперь приходится вот так. Мне больно смотреть на эти руины, превращенные в города, больно. Но по-другому не получится. Ее можно только развалить изнутри. Есть величайшее предназначение. Мы воюем на стороне добра. Ее терзали половцы. Совсем справилась. У искусственного интеллекта нет морали. Он не религиозен. Человек мыслит иначе. Человек, когда засыпает, его сознание постепенно отходит ко сну, просыпается совесть, которая говорит, правильно ты поступал или нет. Ее тяжело обмануть, она базируется на традиции. Запад нам предлагает полностью эту учту. Оружие, в том числе оружие массового уничтожения для защиты себя, для защиты своих интересов. И я вот на это отвечал. Я напомню, что я говорил. Я говорил, что в нашей концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара. Я прошу и вот всех здесь присутствующих, и всех, кто будет потом каждое слово из того, что я скажу, как бы анализировать и так или иначе использовать в своих собственных изложениях. Иметь в виду, у нас нет в нашей концепции использования ядерного оружия превентивного удара. Наша концепция – это ответ на встречный удар. Для тех, кто знает, не нужно говорить, что это такое. Для тех, кто не посвящен, скажу еще раз. Это значит, что мы готовы и будем применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что кто-то, потенциальный агрессор, наносит удар по России, по нашей территории. Ну, никакой тайны вам не расскажу. У нас ведь созданная система, и мы ее совершенствуем постоянно, она нуждается в совершенствовании. Система СПРН, система раннего предупреждения ракетам нападения. То есть эта система
фиксирует в глобальном масштабе, какие старты стратегических ракет из Мирового океана, с какой-то территории произведены, первое. И второе, они определяют траекторию полета, третье, района падения головных частей ядерного оружия. И когда мы убеждаемся, а это все происходит в течение нескольких секунд, убеждаемся, что атака идет на территорию России, только после этого мы даем наносим ответный удар. Это ответно-встречный. Почему встречный? Потому что летят к нам, а навстречу полетит в сторону агрессора. Конечно, это катастрофа всемирная. Но я повторяю, мы не можем быть инициаторами этой катастрофы, потому что у нас нет превентивного удара. Да, в этой ситуации мы как бы ждем, что в отношении нас кто-то применит ядерное оружие. Сами ничего как бы не делаем. Ну да, но тогда агрессор, он все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. И, ну что ж, а мы жертвы агрессии. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Когда одним ударом уничтожали сотни и больше сотни людей на свадьбах. Тишина. Не было такой тишины, когда устраивали провокации в Сирии. Когда изображали, значит, применение химического оружия правительством Асада. Потом выяснилось, что это фейк. Такой же фейк. Всем, понимая, почему ты живешь, мы никогда не знаем, когда Родина скажет «надо». Это зависит от миллиона обстоятельств. Но мы должны быть готовы. Мы должны осознать свое предназначение. Ситуации. Только кувалды и статуэтки помогут избавиться от кремлядей. Все надежды на эволюционные изменения власти РФ напрасны. Ты сложнее на татарского убила такая, как эта Ольга,
из кружка призрака. Вот так получается у вас, да? То есть к этому вы все ведете. Вот чем занимается команда Грубника. Ну, извините. Это уже тогда вопрос к правоохранительным органам. Как кружок антисемитов, призывающих к убийству и к расправе над неугодными? И мне пишет, уважаемый человек, ширнормассы будут против вас. И у меня прямо с ним такая переписка идет активная. Вот эти широкие народные массы. И мне прямо это заинтересовало. Что же это за широкие народные массы такие? Ширнормассы никогда не выступают на стороне государства. Они всегда за тех, кого государство давит. За Пригожина, за Стрелкова и прочих. Татьяна Мантян, чё там этот сегодня... Ну и дальше матом. То есть Татьяна Мантян использует терминологию... Понятно? То есть я еврей, для нее биомусор. Вот эта антисемитская... Приехавшая в мою страну со своими бандеровскими идеями тут вякает. Нормально такая? Заигрались, криптобандеровская. Вечный партизанский отряд с предателем. Вечно криптобандеровский. То есть за мной охотятся, получается, по указу Зеленского, украинские спецслужбы и криптобандеровская их обслуживающая. Сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобия. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны. А сейчас попытки, конечно, наиболее активные, попытки активизировать. Силами, в том числе и на Украине, неизбежно. Вопрос только был в том, когда это произойдет. И, конечно, боевые действия, военные действия, это всегда связано с трагедией и с потерями людей. Это мы прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет. Но поскольку это неизбежно, лучше сегодня, чем завтра.
духовная скрепа. Это линия самоидентификации нашей нации. Все поставленные задачи успешно выполняются.